Владимир Путин поздравил народ Соединенных Штатов с завершением выборов главы государства Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Путин коснулся этой темы в своей речи в Кремле во время церемонии принятия верительных грамот от вновь прибывших послов других стран. Несколько часов назад в Соединенных Штатах Америки завершились президентские выборы. Мы внимательно следили за этой кампанией. Хочу поздравить американский народ с завершением избирательного цикла, а господина Дональда Трампа с победой на этих выборах. Мы слышали предвыборные заявления еще кандидата в президенты Соединенных Штатов, которые были направлены на восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами. Мы понимаем и отдаем себе отчет в том, что это будет непростой путь с учетом той деградации, в которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией. И это, как я уже многократно говорил, не наша вина, что российско-американские отношения находятся именно в таком состоянии. Но Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с Соединенными Штатами. Исходим из того, что это будет непростой путь, но мы готовы пройти и свою часть. И сделать все, чтобы вернуть российско-американские отношения на устойчивую траекторию развития. Это пошло бы на пользу как российскому, так и американскому народам. И позитивно сказалось бы на общем климате в мировых делах, учитывая особую ответственность России и США за поддержание глобальной стабильности и безопасности.